Всем мяса, с вами Павел Мясник, и мы продолжаем выживать в Муравинт. В прошлом эпизоде и в арену вступили, и в гильдии магов я восстановился. И продолжаем по максимуму. Остался всего лишь один уровень до максимальной силы воли. Пробуем, я не знаю, насколько он будет учить, но я денег насобирал. Должно хватить на что-нибудь. Пока пропускаем просто огромное количество дней. Не должно быть изъяна. Это хорошо. Не можешь? Ты, ну, не пугай. Отлично. Где только таких берут? Так. Что вы хотели, Бреттон? Я хотел бы по-быстрому прокачаться. Добить модификаторы. И уже не париться. Денег, конечно, на это, на такую быструю прокачку уходит много. Но деньги — это уже не проблема никакая. Как только полностью прокачка будет завершена, можно будет идти по сюжету и не отвлекаться. Все, силой воли завершила. Теперь у нас идет уже ловкость и интеллект. По деньгам сейчас намного ловкости тоже не хватит. Это придется опять идти и снова ее качать. И опять продавать магию, но благо у меня полно всего, чтобы этим заняться. Как бы уже докачаем, я думаю, денег хватит прокачаться. Что у меня там на колдовство, да, по-моему, на интеллект? Так, разрушение нахрен. И на интеллект что-то у меня было из вот этого. По-моему, да, вот есть безопасность. Безопасность — это надо в гильдии воров где-то учиться, наверное. Надо найти учителя обязательно безопасности. Немного осталось на интеллект модификаторов. Проще всего, конечно, в тюрьму сесть и скинуть алхимию. Ну, посмотрим, как дальше пойдет. Потому что... Вы мне противны, прошу вас, уходите. Теперь только по гильдии магов мы это выкачаем. Так, меткость, легкие доспехи. Ну, деньги, опять же говорю, это не проблема. Вкачиваем сколько надо и сколько можем вкачать до максимальных модификаторов. Так, значит, для интеллекта, ну да, проблематично. Мне еще надо будет же уровень добирать, поэтому придется в любом случае прокачивать то, что мне не надо, такое как, например, разрушение. Ну, там со временем найдутся все, кто надо и не надо.
Погромче. Так, Жулгард, что, попробуем следующего противника, раз уж я все равно здесь. А, ну время не позволяет, поэтому иди нахер. Спасибо за халявную кирасу. Круче моей. Так, Вивики пока делать, я так понимаю, нечего. Ты меня за дуру принимаешь? Убирайся! Охренеть, это они что так до сих пор ко мне хреново настроены, да? Неплохо. Сейчас все наладим, подожди. Не, ну уже бы и отношения восстановили. Че, ну дал я вам там по роже пару раз. Как бы, ну ничего страшного, я думаю. Да не, ну ты издеваешься, что ли? Так. Ты хочешь поручений? Охренеть. А, да, вот это меня, конечно, это подставило. Вся вот эта вот ширпотребщина. Ну да ладно. Так. Не намного я тут больше заплачу. Единственное, конечно, зелье придется по дешевке ей сбагрить. Так, давай, теперь деньги есть. А, нету ни хрена у меня денег, опять же. Понятно. Что Хаджит может сделать для тебя? Так, денег пока нету. Пойдем денег получим. Ловкость-то и так почти максимальная. Вообще можно на этом уровне и привлекательность взять на самом деле. Раз уж я все равно силу воли не качу. Хотя ладно. Хрен с ним. Так, давай денежек. Мне придется всех опять убеждать. Я понимаю, тебе это не интересно, но я должен был тебе сказать, мы с тобой уже почти как родня. Так, давай, погнали. Идеально. Вот она. Безопасность есть. Все, можно не искать, но не знаю, насколько это мне хватит именно этой безопасности. Давай разберемся с силой воли. Отдадим книгу, чтоб ранг повысить в гильдии магов. Телепортейшн там мне не особо сейчас важны прямо так сильно отношения. Полагаю, могу уделить вам пару минут. Так, у тебя ничего нету. Жира, давай не выделайся, станем друзьями, а? Вот это уже хорошо.
А то ни в какую. Сейчас я у тебя тогда заберу все, что у тебя есть. Пойдет. Наш сахар твой. Можешь быстрее спрашивать. Мне надо идти. Так, подожди, а ты чему учишь? Зачарование, ну, по-моему, ты это... Я у тебя прокачивал, да, к сожалению? Или нет? Не помню. Вот, разрушение есть на силу воли. А, я силу воли же докачал, да? Или нет? Да, мне теперь же ловкость нужна и этот и интеллект. И все. Что, нет ничего на интеллект? Не, ну это, по-моему, меня никак не обучит тому, что надо. Легкий вам дорог. Так, у тебя что? Понятно. Ищите что? Ясно. Так, отправляемся в Альдрон, гильдию магов. Это что такое? Не могу никак перепрыгнуть. Да, держи. Чтобы получить повышение до титула мистик, вы должны заплатить гильдии членские взносы. Да, заплатить. Отлично. Теперь, отбросив формальность, я даю вам титул мистик. Так, задание есть. Я уже 100 лет жду, когда я получу зелье обнаружения существ. Осцинка в тени древа в Садритмора. Болверин Холл Садритмора, принесите зелье мне. Добро пожаловать. Не стесняйся. Так, а с тобой же еще кто-то стоял, не? Хотя, что я тебя убеждаю? А, ну ладно, обновился некоторый товар. Ну это прям до хрена у меня уже денег будет. Прям очень много. Так. Ну, сейчас одни восстановлялки, я так понимаю, осталось. Всю брехню я продал. Ой-ой-ой. Так, есть колдовство и зачарование на интеллект. Фу, зачарование качает. Это хорошо. Смотри, чтоб день не прошел. Пока деньги обновились, давай я тебе еще продам 2. Итак, продам 3. Ну вот так еще 1. И все. И приплыли, приехали. Вот о чем я и чего я и боялся. Но у меня есть вариант в интеллект прокачивать безопасность. Давай скорее. Это гильдия магов, я не понимаю, тогда смысл от вас чисто как телепорт вас использовать, если вы ни хрена не прокачите, ни хрена не умеете. Чем могу помочь, Бреттон? Да ничем.
Да, расстраивает меня такая гильдия. Так, давай обратно. Можешь быстрее спрашивать. Мне надо идти. А, кстати, да, к Альдеру заглянуть, там продать. Пятерочку получить. Давай к Альдеру. Что у вас здесь, херня сплошная? Давайте вот это дерьмо продам. Стальной меч яда мне он в принципе уже нахрен не упал. Ладно, пусть пока будет. О, великие камни душ пока есть, надо скупить. Притом он по дешевке продает, когда-нибудь пригодится. Постоянный эффект, между прочим. Сопротивление нормальному оружию 5. А что за юбка? Ну, давай приобрету, посмотрю. Нормальное оружие, это в смысле обычные мечи, там такое, да? А, черная правая перчатка вялости. Скорость, навык атлетика на 2 пункта. Ну не будет брони, нахрен мне эти две скорости. Никакого нету. Ну вот юбку, я думаю, что проверить стоит все-таки. А, так она еще и дополнительно оделась. То есть юбка это... Ни хрена себе, подожди. А что такое юбка? О, вот это надо будет не пропустить этот момент. Юбка под мантию, то есть это еще дополнительно. Вот это надо запоминать. Пожалуйста. Перчатка наш вместо наруча, да, точно одевается, вроде как. Ладно, 100 монет вообще никакая не проблема. Просто попробуем. Ну да, перчатка получается вместо наруча. Ну пусть пока повисит у меня. Очень неожиданно, но очень приятно. Прошу вас, говорите. Спасибо. Так, грандмастеров нету никаких. Эй, купите зелье? Хочешь, спою. Ой, куда это я зашел? Да ладно, это ты откуда взялось, чудище? Хрена себе стражники выдают. Какие-то сумасшедшие стражники, честно. С ними опасно сейчас связываться даже. Угу. Говори. Так, есть. Хорошо, я слушаю. На арене я, по крайней мере, знаю, что та еще разрушению поучит, ну, для добора уровня. А вот потом как уровень добирать? Потому что удачу еще 28 уровней надо вкачивать. Ну, наверное, придется все-таки использовать. Это большая честь. Угу, у тебя еще ничего не восстановилось. Ну ладно, у меня вроде бы деньги сейчас есть. Наверное, потом придется в тюрьму посадиться несколько раз. Вот, безопасность. Ищите что-нибудь особенное. У меня лучшие цены. Это хорошо. Так.
Интеллект 3. Интеллект 3. Вот уже интеллект 4. Интеллект 5. Ловкость 5. И теперь что-нибудь из главных. Отлично. Уровень еще добрался. Превосходно. Ладно, так, добегу. Шикарно, шикарно. Так, а намного интересно я быстрее буду с этой перчаткой двигаться. Не знаю, я, честно говоря, эффекта не замечаю. Ну и два защиты это тоже. Даже одна защита. Не так уж и много. Так, надо поспать. Да, дальнейший набор уровня будет, конечно, намного сложнее. Но в плане набора я имею в виду интеллекта. Потому что интеллекта нужно еще 9 уровней поднимать. И плюс... интеллект осталось не так-то и много, что качается. Но для уровня-то я могу любую из этих прокачивать, это не проблема. Безопасность там до какого-то уровня тоже доберется. Кстати, вот скрытность еще для ловкости. Надо найти, кто обучает скрытности. По-моему, я уже находил, вроде где-то прокачивал. Короче, вот такой план. Скрытность, значит, чтобы докачать еще 4 уровня, надо будет в ловкость прокачаться. И безопасность, и надо будет находить, кто обучает зачарованию и колдовству. Ну, либо же только садиться в тюрьму и качать алхимию. Ну ладно, там уже, думаю, в другой, в следующей серии разберемся. А пока что всем спасибо за просмотр. С вами был Павел Мясник. До новых встреч и да пребудет с вами мясом.